Кино завтра. Можно ко мне, а я не дала. Так лучше? Я не делаю губы, я убрала губы, что вы? Отвечай за меня. А я ничего не жму. Посмотри. У меня зрение охуело. Почему ты себя трогаешь всегда? Доча! Доча, иди сюда, доча. Ну, иди сюда. Доча, доча. Доча, иди сюда. Я могу трогать ее. Что за повод? Нам не нужен повод. Где Сережа? Сережа работает. Сережа работает. А мы не работаем. Да, зовут Доча. Мы заработали. Может, что-то танцевать вам? Как его? Той? Русский торт, той интерьер. Татуировка вот здесь. Нет, нету там встречи. Спасибо всем за лайк. Мне всегда холодно, я всегда мёртвая вообще, везде. Зачем? Для чего, ребят, организовывать? Чего? Фан-встречи. Где есть фанаты? Это фигня, я не знаю, у меня нет фанатов. Какие фанаты вообще? 63. Да, у тебя плейлист отстойный. Это что, мой плейлист? Да. Нет. Да. Не может быть. Да. У меня последняя песня была русская, добавлю. Это не может быть мой плейлист. Есть. Интернет не... Слушай, у меня Wi-Fi, не может быть у меня фигня. Твоё? Да. А то было чем? Это твой тоже перемешанный просто твой лист. Угу. Там старьё какое-то просто. А я не вижу вопрос. А? Мы заказали еду. А, кто это пишет? А, Настюха, ты... Мы, слушай, вот... Сейчас. Просто сожрали тут половину роллов, вот это остатки. А я вам позже елочку покажу, такая елочка красивая. Есть диету, я не знаю, я не сижу. Сколько мы дружим? Года два, наверное. Я нет, в Баку не была. Я был. Я был. В зале тренировались. В каком? В каком, сколько раз? Сколько вес, сколько рост. Доча. Доча. У меня образование... Нет, нет. Графический дизайн, магистратура, архитектурная академия. А что ты уже с тобой? Я не читаю директор. У меня есть менеджер. Но он вообще только на почту меня не залез. Я не вижу. Только присоединился, вы где? Мы дома. А зачем? Там слишком много ненужных сообщений в директе. Зачем тратить время на это? Я сижу с собакой, пью шампанское, попить. А как связаться с тобой? Через меня. Для чего? Я твой парень? Нет. Вот ее парень. Нет, это мой друг. Вот она, Таня. Дочь. Дочь не пьет? Угу. Сказал? Угу. А чем пьешь? А почему бы нет? В воскресенье я... Когда летишь отдыхать? Через неделю, в следующее воскресенье. Жить тоже вредно. Собачку зовут Доча. Надолго? На пару недель. На пару месяцев? Нет, на пару месяцев. Ну, это в Таиланд на пару месяцев. Парня покажи. Твоя...
Доча, девочечка. Куда летишь? Лечу на острова. Далеко-далеко. Даже нет прямых рейсов туда. Лечу через Дубай. Что пишет? Я не вижу отсюда. Кто-то пишет привет, если смотришь. Я не помню, где кто написал. На сайте, на каком-то сайте пишет, что у тебя гадости, ты реагируешь или что-то? Да не, мне пофиг. Когда ты расскажешь про питание? Что рассказать? Якитория. Вот, Якитория, Ролл, что мы сейчас рассказать? Доча. Я близнецы. Ребят, пусть пишут, мне-то с этого ни холодно, ни жарко. Пусть обсуждают. Ужас. Сыр. Я отвечала про образование 2 минуты назад. Завтра съемка будет. Может, через сколько выйду. А во вторник съемка с белым тигром. Покажу вам. Очень много съемок на следующей неделе, потому что сейчас пока работы много, потом отдыха. Ты чё такая надменная ты, а? Ты чё такая надменная, а? Ты летишь отдыхать в Таиланд? Нет, я не в Таиланд лечу. Я лечу туда, где я еще не была. Я надменная вообще. Ты милашка или стерва, как думаешь? Я что? Я мразь, я. Что там пишет? Точно. Ты милашка или это? Я надменная, мразь. Это не шуба, это свитер. Надменная мразь. Сколько операций ты сделала? А то, что у меня на кухне считается операцией? Какого? Фу, блин, я вся в шерсти теперь из-за капюшона. В кролик. В шерсти. Вообще вопросов нет, какое-то уныние воскресное. Нет, мне всегда холодно. Я могу так сидеть. И показывать свой сделанный рот. Да он не сделанный. Ты ж вся искусственная. Твой друг шутник, однако. Однако, да. Нет, не сестра, а родная, а старшая. Зачем ты всегда губы дуешь? Не знаю. Дую, какие есть. Что-то так много людей насчет холода говорят, что я начинаю переживать. Потому что у меня дома холод. Может, не обогревать и включить? Или раздеться. Не, я с одного бокала я не напиваюсь. Сними шубу, все хотят сиськи поставить. Да у меня там ничего нет, я не сниму. Я сниму. Сколько градусов в Москве? 5, очень жарко постоянно. Я вчера прилетела. Родственникам за тебя не стыдно? А за что? Ладно, в общем. Сколько гиалуронов в губах? Нет, уже ничего. Все видеть так одетые. А что, ладно, что забавно. Почему ты ко мне пристаешь? А, судьба у меня такая. У нее. На собаку, она больше в топе. Пусть отвечает она. Собака, ты в топе. Я буду есть. Она похожа на Добби. Кто это? Добби из Гарри Поттера. Доча. Доча зовут собачку. Ой, а можно как-то банить? Я на самом деле очень редко баню, у меня в списке человек 20 вчера. Какое-то слишком доброе с вами. Как собаку зовут? Будь здорово. Детей люблю.
Кофта очень теплая, я в ней даже ходила в одной кофте, просто без куртки. Ань, что делаешь за вестника? Блокила. Да нет. Да ну, господи, куда от них деться вообще? Пусть будут. Без них скучно. Не надо ко мне жопку. Она уходит. Ладно, короче, я отключаюсь. Вы злые. А ёлку? А, ёлку. Ой, сейчас покажу. Смотрите. Сейчас моя сумка портит, правда, всё. Вот, как вам красивая такая ёлочка. Поближе, поближе. Тут ключики на ней.